Сейчас хочу вам показать, не знаю, будет видно или нет. Сначала старый шланг без влагоделителя, а потом поставим его и посмотрим на результат. Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь. Впереди много всяких разных интересных поделок. Добрый день, друзья! Привет будущим подписчикам! Многие, кто пользуется покраской из краскопульта, используя компрессор, знают, что необходим влагоотделитель. У меня его не было, возникали проблемы. И вот под руки попался вот такой вот старый, бэушный водяной фильтр, из которого сейчас мы будем изготавливать влагоотделитель. И будем использовать в качестве наполнителя вот такой вот силикагель. Ну, скажем, это туалет для животных. И вот здесь в инструкции написано, что он хорошо удаляет влагу. Приобрели в магазине некоторые запчасти. Вот какие-то эксцентрики нашлись от смесителя. И вот такие вот переходнички, которые будут вот сюда накручиваться. Сейчас я его соберу, на фум посажу, ну а потом дальше. Фума подмотал. В данном случае у меня находится вот такой вот фильтр для грубой очистки воды. Он здесь был. Но если у кого такого нет, я порекомендую вам найти вот такую трубочку для пайки. Диаметр 20. И вот она сюда плотненько вот так вот входит. Можно чуть-чуть подработать. И вырезал определенную длину вот сюда. В одной третьей части этой трубки насверлить много отверстий. Ну, диаметром можно 3 мм, дабы силикагель туда не попадал вовнутрь. Ну, а я сейчас замотаю вот эту часть скотчем и будем продолжать дальше. Воздух, проходя вот через это отверстие входное, вот как стрелочка стоит, так и будем подсоединять. Будет проходить через силикагель здесь насыпанный, и уже проходя сюда, будет возвращаться в систему очищенной. Вот эта колбочка, этот стакан, он сделан из толстого плекса, плексиглаза. Ну, если попадется тонкий, то желательно его здесь снаружи чем-то укрепить. Можно несколько слоев намотать скотча, но я буду вот вырезал пластиковую бутылочку обыкновенную. Сюда одену, и при помощи фена, так как бутылка имеет свойство термоусадки, я его сейчас обтяну. А теперь потихонечку будем его наполнять. В общем, взял кусочек стекла. И сейчас хочу вам показать, не знаю, будет видно или нет. Сначала старый шланг без влагоотделителя, а потом поставим его и посмотрим на результат. Здесь мы его прикрутили, может быть временно, может быть постоянно. Ну а сейчас пойдем глянем на результат. Ну конечно, в самой шланге конденсат еще есть, ну как бы будет собираться. Но я думаю, что не настолько много. Сейчас посмотрим. В общем, ребята, результат явно налицо, как видите. Вариант получился. Критикуйте, всего доброго. До встречи, пока.